Beelink GT1 Mini 2 представляет собой телевизионную приставку с новейшим процессором Amlogic S905X3. Прибор имеет минимальные размеры, поэтому органично вписывается в любой интерьер. Оперативная память аппарата 4 ГБ, а встроенная 64. На медиаплеере установлено приложение Google Play и голосовой поиск. В комплект входит дистанционный пульт с микрофоном. Прибор функционирует под управлением Android 9.0 и способен обеспечить скорость в 60 кадров в секунду. 4К обеспечивает изображение высокой четкости. Несмотря на незначительные габариты, приставка оснащена мощностью, которой вполне хватает для работы с полновесными медийными данными. В аппарате предусмотрены все нужные разъемы. Приставка соединяется с приемником посредством HDMI или AV. Прибор работает как с телевизорами нового поколения, так и моделями старого образца. Медиаплеер снабжен Wi-Fi модулем 2.4 плюс 5 ГГц. Есть возможность подключения интернет-кабеля в гнездо LAN. Домашний телевизор в момент превращается в интернет-телевидение. Имеется функция Bluetooth. Среди подобного рода медиаплееров этот девайс показал несравненно высокий уровень игровой производительности. Медиаплееры Beelink GT1 Mini зарекомендовали себя как одни из лучших на рынке. На AliExpress такой можно купить за $65. Ссылку на него я оставил в описании под видео.